Всем добрый день. Посадки клубники продолжаются. Решила показать, как я делаю. В этом случае на моих вот этих приподнятых грядках. Не знаю, правильно, неправильно, как оно будет зимовать. Сажаю так первый раз и будет видно весной. Делаю разрезы, грубо говоря, от центра до центра. Два моих пальца. Это приблизительно 25-30 сантиметров. Делаю на глазок, уже рука как бы набита, плюс-минус 5 сантиметров. Так как рядки у меня получились узенькие, не сэкономила я ткань. Можно было бы сделать 3 даже рядка. Тоже сажаю вот в шахматном порядке. То есть вот они идут. И что же я делаю? Ну, понятно, что ткань надо подогнуть, ну просто-напросто так удобнее. И выкапываю ямки. Ямку копаю достаточно глубокую по одной простой причине, что у меня есть клубника, которая стоит в пол-литровых высоких стаканчиках. То есть мне его впихнуть надо будет глубоко. Землю вот эту вот я вынимаю. Ну вот, вырыл ямку достаточно глубокую. Сегодня у нас посадки без премудростей. На дно лунки кидаю золы, ну приблизительно, наверное, столовая ложка. Это у нас будет минеральная подкормка. Клубника ее очень любит, и без нее сложновато. И заполняю нашу дырку хорошим перегноем. Высота вот так у нас. То есть я ее заполнила не полностью. Теперь наша задача нашу лунку пролить. Проливать буду водопроводной водой. Но здесь важный момент. Буду под хорошим напором. Почему? Зола должна смешаться с грунтом. Если мы просто польем даже излейки, этот процесс не произойдет. То есть мы поливаем под хорошим напором и воды не жалеем. Все, ждем, когда впитает, и потом будет, покажу, что будет. Земля уже впитала влагу. И вот такой большой стаканчик, вот такая корневая, вот эту прелесть мы сейчас будем высаживать. Это, конечно, уже из оставшихся, не самые сильные, но неплохие саженцы, скажем так. Что же будем делать? Все просто. Берем стакан и просто его туда вдавливаем. Все, оставляем вот эту высоту. Она нам нужна. У нас ямка глубокая, борт намного выше. Видим, да? И если мы совсем глубоко утрамбуем, то ее потом землей замылят. А точку роста нам нарушать нельзя. То есть вот эта вот шейка, она должна над поверхностью находиться, иначе клубника может выпрыть и вообще плодоносить может и не быть. Хорошо, если вообще просто выживет. Вот так вот. Но так как ком у нас достаточно сухой, я их специально не поливала, потому что вот эту процедуру с сухим комом сделать проще. А вот теперь я ее вот так вот полью. Пускай впитывает, размокает, оставляем ее в покое. Вот, также посажено, не заглубляя саженцы остальной клубники. Бортик оставляю для дальнейшего полива. Она может быть чуть ниже бортика или чуть выше, конечно, желательно пониже. У нас остаются где-то зазоры, у нас остаются неприкрытые корешки, который в верхнем коме. Что же я делаю? В идеале можно замульчировать все это перегноем. А перегной в этом году весьма дефицитная вещь. Поэтому ту землю, которую мы вынимали, я просто-напросто подкидываю на место. Возвращаю, так сказать, на историческую родину. Да, может быть, это сложно, долго, но именно вот здесь это намного лучше. А плюс это удобнее делать с большими стаканчиками, потому что глубина достаточно большая.
и сделать сразу канавку такую очень глубокую, но весьма проблематично. Плюс еще один, почему именно так я решила, все вкусности, которые мы добавляли, идут на дальние корни. Она будет дальше ветвиться, будет дальше расти, и корешкам будет хватать питания. Все-таки корневая у клубники, конечно, не глубокая, но она идет и вширь, и все равно она идет вглубь. Когда выкапываешь старую, не такие уж и поверхностные у нее в корне. Поэтому вкусности отправляю я на низ.